Друзья, что-то такое у вас есть, чтобы похудеть? Слушайте, я уверена, что вы уже не ищете диет. Те люди, которые меня слушают, уже не ищут диет, потому что они понимают. Есть такая фраза «займись любимым делом и больше никогда не работай». Есть такая у нас с вами фраза «найди свой стиль питания и больше никогда себя не ограничивай, не сиди на диетах». Я надеюсь, что вы уже не подсчитываете калории, потому что вы это уже делали и к чему это привело. Помните, что самое большое количество калорий содержится в жирах. Жиры всегда дружат с белками, поэтому, когда вы ведете подсчет калорий, вы исключаете из рациона самое ценное – белок, содержащий продукты. К сожалению, оставаясь только на углеводах или на пустышках, ну, не пустышка, тоже пищевой баланс, тоже важно, но на салатиках долго не проедешь. Главное, не туда, куда надо. Очень хочется ответить вам на ваши вопросы, которые еще остались, поэтому приглашаю вас на эфир, который состоится 19 сентября в 15:00 по Москве.